Так, и последний у нас Нуртоза, да? Нуртоза, прошу прощения, если вдруг я неправильно произношу ваше имя. Оно у вас очень необычное, первый раз в жизни слышу такое имя. Нуртаз, видимо, да? Вот я вижу, раз, так, 8, 14, ровно 14 дней, прям тетельку в тетельку человек погодил с 15 декабря по 28 включительно, да? Без челлендж. Эко-маркет. А, смотрите, еще дизайн сюда прикрепил. iOS-разработчик, видимо. Так, пока не там. Так, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Каждый день коммиты делал. Инстаграм. Инстаграм, Инстаграм. Так, о, а каждый день в актуальный грузил. Можно было их всех в одно актуальный загрузить, но ладно. Так, вот он первый день. Вот он второй день. Так, ну окей, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девять, десять, одиннадцать, десять, одиннадцать. А где 12, 13? Вот 11 из 14. Вот 12 из 14. И 11 из 14. 12 из 14. Еще тут прям 10. 9. А где остальные? Подождите. А вот. Вот 14. А, вот. 13, 12, 1. Он в день, оказывается, делал по нескольку коммитов, и поэтому он решил их вот так, да, видимо, объединять. Но в целом с первого, вот здесь вот у него, с первого по 14 дней, в принципе, есть. Ну вот, finished project пишет. Даже запилил, оказывается, этот, смотрите, демонстрацию приложения. Красиво, как он реализовал. Класс. Поздравляю. Так, и подписку, да, проверим. Подписок. А, вот, у нее подписка есть. Поздравляем вас, Нуртас, да, я надеюсь, правильно произнесу ваше имя. Вы тоже становитесь счастливым обладателем курса на Udemy. Круто. Go, следующий. Этот консультация с middle разработчиком.